Так, мы продолжаем свое путешествие. Мы приехали в ЖК Босфор, Дагомыс. Лианочка нас встречает. Звезда нашего телевидения. Будет показывать нам сегодня несколько квартир в Босфоре. Покажет нам несколько квартир в Кватро. И расскажет нам про экономическую обстановку в стране. Что происходит на рубежах. Так, напоминаю вам, что у нас два корпуса, 17 этажей, статус квартира. Мы с вами находимся в Дагомысе. И посмотрим сейчас несколько вариантов. Я все вам поснимаю, расскажу, покажу. И уже нам надо какое-то скоро... Здрасте, хорошего дня, берегите себя. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Видеонаблюдение. Так, ну все, пойдемте в квартиру номер. Можно поставить перегородку, если нужно сделать, выделить. А, 30 квадратных метров, да? Вот сейчас мы две остальные квартиры посмотрим, это будет пенал. А вот это у нее единственная, вот такая планировка у нее. Мы подумали так, что когда мы смотрели с моей клиенткой, одной здесь на днях, что мы вот здесь вот выделим спальную зону, вот здесь. Пусть она будет без окна, ну типа изолированная спальня, но она рассматривала, вот той девочке, что я показывал. Это очень неудобно, потому что не будет поступать воздух. Там спать будет очень некомфортно. Не спорю, не спорю. Мы там же проходили, это на самом деле. Дима, а если вот здесь такую просто поставить, как ширму, вот так? Ну, типа ограничить кухонную зону, типа. Нет, тут же понимаешь, какая история? Ну, как бы людям хотелось бы, чтобы теоретически было какое-то место, чтобы могли внуки приехать, понимаешь? И как бы, чтобы где-то, ну, в идеале, чтобы так было, чтобы можно было где-то поспать, понимаешь, хотя бы еще какое-то спальное еще место. Вот. Так, значит, 30 квадратных метров, цена? 8 400 000. 30 квадратных метров, 8 400. 8 400. Так, санузел, напоминаем. Ну, нормально, отлично санузел. Вообще без вопросов. Кухонная зона. 8 400 на сегодня продается. Ну, мне нравится вот это окошко на самом деле. Очень видно. Видно. Здесь у нас Яков с четверга по воскресенье приезжает. Вы переходите через мостик и покупаете свежие, да, овощи. Вот Яков, вам все товары. Очень цены доступны. Я и сама из Сочи приезжаю. Я тоже тут форелечку купила. Рыба, камбала, вся морская рыба сюда приводит. Да. И небольшой балкончик. Небольшой балкончик тоже есть. Вид на горы. Слушайте, ну мне Босфор очень нравится. Не знаю, вот кому как, а мне Босфор очень нравится. Очень нравится. Нравится. Все, с этой квартиры все понятно. 8 400 000 рублей, 30 квадратных метров на сегодняшний день в продаже. Ну, пойдемте в мою любимую квартиру в Босфоре. 32 квадратных метра с балконом. 9 900 000 рублей, правильно? Да. 35, извиняюсь, все. Все. 16 этаж из 17, 35 квадратных метров с балконом, 9 900, просто космос. Прихожая. Ну да, вы все расскажите там. Вот оно, теплый пол. Помните эту квартирку, да? Я вам показывал уже. Здесь подсветочка. Сейчас все включим, подсветочка. Просто бомбяу. Электрошторки тут. Ну, в общем, тут супер просто все. Просто супер. Кладовочка просто нереально. Просто... Хоть она и малышка, здесь очень много мест для хранения.
хранения? Ну да, везде посмотрите. Это стиралка, посудомойка. Да. Здесь плюс этот кран уже с питьевой водой установлен. С фильтрами там, да. Фильтр, да, это вообще очень круто. Ну, сейчас пока выключим. Вы включаете питьевая вода. С этой стороны питьевая. Да, да, то есть вот он двойной получается. Да, один вот это мойка, а второй питьевая вода. Да? Вот они вот эти, да. Да, да. Здесь это тоже для... заводчик. Да. Тоже заводчик. Так, они скажут. Нет, не он так. Нет. Тут там. Вверх. А, вот так. Тоже может когда открываешь, да, я отрабатываю заводчик. Ну, в принципе, здесь есть спальные места. Да. В принципе. Но она, конечно, бомбяу. Такого качества, конечно, найти. Я называю это реально всегда дизайнерским ремонтом, потому что качества такого ремонта нигде нет. Так, это обои, да? Да. Да, да. Ну, ну, под покраску. Да, задача была из маленькой квартиры сделать трехкомнатную, грубо говоря. Да, да, это же клеточки. Потому что, вот смотрите, вот, да, кто-то зонирует вот так вот, да, допустим, стенку ставить. Но я считаю, что это, ну, получается, ваш, перегораживает, ваш свет пропадает, да. А здесь ты захотел вот электрокарниз. Лёг, допустим, включил. Владимир, открывайте шкаф. Там у нас, помните, что у нас там? У нас там серьезная кладовая, гардеробная, постирочная. Ну, нормальное пространство тоже. Тут тоже, да, все для хранения. Тут места достаточно. Также вентилятор здесь предусмотрен. Здесь можно и вещи сушить, в принципе, на прикладе. Да, вытяжка есть. Да, вытяжка есть. Вывода для бойлера сделана на всякий случай. Да, это вывода для бойлера. То есть, в принципе, здесь можно и бойлер установить. Да, здесь можно бойлер, все сделано для того, чтобы он был. И... А с чем была связана эта необходимость? Ну, на всякий случай всегда лучше сделать. Лучше сделать, но, в принципе, здесь... Ну, раньше, когда не было котельной, люди ставили. Когда не было котельной. Я, конечно, уже слышал, что здесь есть котельная. Да, ну, раньше люди ставили. Но на всякий случай, кто-то просчитывает и говорит, что экономически... Это лючок, а что здесь? Это лючок, да. Так, меня, пожалуйста, тоже, чтобы я подошел. В такой квартире я готов. Ребята, 35 квадратных метров, 9 миллионов 900 тысяч рублей. Рекомендую. Даже выйдите на балкон, покажите кондиционеры, даже там все спрятано. Все спрятано, нет ни одного, никакого провода там лишнего и так далее. Здесь вообще вентиляционный короб, почему, из-за чего вот так происходит, это вент короб идет, да, то есть как бы весь он там. Хороший холодильник, хорошей фирмы, подорожание произошло уже на 30%, поздравляю. Хорошая микроволновочка, тоже подорожание произошло. Да, 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 да. Здесь все в этом плане, они грамотно попрятали, много пространства. Ну, просто для хранения. Да, и это тоже достаточно вместительный. Вот он, глубокий. Глубокий очень, да. Кто-то заморачивается, лючки ставят на магнитах такие. Это ой, я санузел не показал. Супер, просто супер, просто. Бомбяо, бомбяо. Декор, все дела. Просто, ну, нереально. Просто нереально. Бомбял, все на доводчиках, все четенько, все красиво. Ну, на самом деле. И она, да, он тоже такой. Его можно использовать как космический, да, столик, да, а можно для работы. Сел с компьютером поработал. Бомбял. Тань, ну вот вам, бомбял моя, видите. От внуков закрываться. Нажали на кнопку. Вот они подошли к ремонту, они даже здесь все попрятали так нормально, четко. Все, вот мы видим Аллея Парк, вот у нас, пожалуйста, Адажо, вот у нас Дагомыс, вот у нас место под солнцем. То есть мы здесь видим все, вот у нас, пожалуйста, гимназия, футбольное поле, вид горы, красота, да и только. И Батумское шоссе, в принципе. Так, нажимаем на кнопочку. Вот я люблю поиграться этим делом. Так, какую кнопочку надо нажать правильно? Может, надо держать?
А, вот. Та квартира выходила на реку. Да, это туда. Да, на противоположную сторону, да. Это у нас получается, да, выходит на противоположную сторону. Поэтому здесь Батумское шоссе слышно сильнее. Ну, закройте окно, мы ничего не будем слышать. Так-то, конечно, слышно, да. С закрытым окном его не слышно, а так, конечно, слышно. Потому что там это, было значительно тише из-за того, что расположение уже... Ну, конечно. Дальше вы там где-то еще раз поедите, а потом вечером фрукты, кефирчик. То есть вы не будете стоять здесь постоянно готовить. Здесь тоже вот мы тоже вот удорожили, хотя удорожали, вернее, хотя могли купить кровать дешевле. Здесь кровать с подъемным механизмом и с хранением еще. А духовки нет. То есть ты эту свернул, не на пол кидаешь куда-то, а сюда ее. Просто нет, сейчас часто так. Нет. Ну это просто. Ну да, но это просто дорога. Ну, наверное, вместо этого можно сделать, я так думаю. Видите, если... проблема-то в чем у нас была? Дизайн. Вот вместо на... вот этого. Да. Я так думаю. Ну, да. В принципе, дизайн, да. Говорю, если надо. Нужно кровать именно на ну вы же приезжаете сюда не кухарить, чтобы... а отдыхать. Я люблю кулинарию. Кулинарии? Выпечкой. А. Конфеты, выпечка. Кстати, вот тут хорошо там выпускать робота. Да? Ну, и тогда ждем приглашения на чай, там, все дела. Так, посмотрел? Да. Это холодильник. Холодильник, внизу морозилка. Ничего лишнего, все как бы это. И также предусмотрено... Ну, для хранения. Для хранения. Предусмотрено еще отсек вот под микроволновой печи. Если вы фанаты, допустим, готовки, то вы можете установить туда... Духовку. Там то есть все предусмотрено, розетка там выведена. Просто дверь снимается и на это место ставится духовка. То есть дверь по размеру духовки сделана. Ой, красота. Это бы вода, розетки под роутер. Красота, ребята. То есть заезжай из статус. Это уровень, ребята, это уровень. Видите? Ну, тем не менее, она закрывается техникой. 35, ну, вместе с балконом, да. Все, повесим. Да, это ладно. Из мелких самая большая квартира в Босфоре. Да, да, двух душек. И розетки у нас с USB разъемами. Они не поуже, они больше не у нас. Блин, классные обои, классная мебель, классная квартира, классный конвектор. Не конвектор, батарея, смотрите, просто бомбяу. В общем, отлично. Все. Квартиру сегодня посмотрим. 32 квадратных метра. Вот у нас, соответственно, тоже я ее уже снимал. Вот так вот санузел у нас выглядит. Ванна. Прихожая. Лян, что здесь напоминает цену? 8900? Мне напомнит. А, все. А, извини, а то еще левую бы сказал. Все. Ну дайте вас красивых поснимаю. Ну что вы мне надо хоть чуть-чуть. А все уже, все уже. Так, все, значит, этот. Да, 32 квадратных метра, 9500. Да? Да. Все. Было чуть подешевле, теперь подняли. Ну, ситуация понятна. Хозяин барин. Так, здесь у нас балкон. И здесь у нас получается. В принципе, почти все то же самое, только на несколько метров меньше. И вид у нас, пожалуйста, на каравеллу Португалию, на море, боковой вид, на реку. Вот они продавали чуть подешевле, теперь вот в связи с событиями 9,5 миллиона. Вот такая вот история. На храм, на горы, боковой вид на море. И вон наша каравелла Португалия еще раз. Ну, плюс-минус такая же история. Ну, на этом сегодня с Босфором мы, в принципе, закончим. Потому что все понятно, все остальное как бы не камильфо. Вон наш Сбербанк. Была какая-то. Ну, надо понять, да, продает ли он ее на следующий день. Если продает, то за сколько. Но если будет желание отдельно ее посмотреть, то как бы... Есть желание ее, да, посмотреть? Ну, если есть возможность, сейчас я посмотрю. Просто ценник мне просто, насколько я помню, по качеству это не примерно такого же уровня, или что-то такое там было. Но цена подешевле. Да. Ну, сейчас попробуем поднять. Узнать, поднять и так далее. Они вот эту продавали за 8900.
Да, все, сейчас я все. А просто потом позже еще под еще говорил за 8 миллионов. Ага. Ну я ее снимал? Какой? За 8. Еще за 8 показывает. 8 300 ты, по-моему, говорил изначально, потом она 8. Или это две разные квартиры были? Не, 8 300 он отказался продавать, снял с продажи. Нет, еще за 8 ты показывает. Ага. Сейчас попробуем поднять это в памяти. Ага, хорошо, сейчас все. Временно представим. Следующую съемку, вы все. Так, ну мы пошли в Кватро. Пошли мы в Кватро. Все, вот он Босфор. Понравилась нам квартира за 9900. Мы показали. Сейчас еще одну там покажем. Ну, в Босфоре там. Ну, конечно, за 9900 она не сравнится ни с чем остальными. Вот спокойно, по ровной дороге. В чем плюс этого района? По ровной дороге вы доходите до моря. Там километры, вы на море. В этом огромный плюс. Здесь много. Здесь есть... свой совет, так сказать, из ветеранов, из бабушек, из детей. Поэтому, как бы, хорошее коммерческое заполнение. Везде всякие вот пекарни, кофейни. Чего только здесь нету. Ну и самое немаловажное, ярмарка выходного дня. Ляна, а ярмарка с какого? С четверга работает, да? С четверга по воскресенье работает ярмарка. И тут на ярмарке есть все. Я тут форельку на днях покупал. Хорошую. По 570 рублей, кстати, за килограмм. А сколько в магазине она? Ну, в Москве-то она по 700 чем-то. Вот, и в магазине по 700 чем-то. А на рынках, вот, она не маленькая такая форелька, и вкусная, кстати. Но это маленькая. Большая это по 800 чем-то. Я маленькую беру. Пока снабжают. Ну, рыбкой северной. Да. Да. Так, медок продают. Как эти желтые цветочки называются? Вы-то точно знаете. Забыл я. Вот у нас Сбербанк, пожалуйста, за деньгами. Все за деньгами срочно. Этот рынок вы знаете, ярмарку я вам показывал много раз. Приезжает, много всего здесь продается. Ну и Кватро. Чем отличается Кватро от Босфора? Еще раз, кто не знает, кто забыл, кто не смотрел. Там у нас получается 4 корпуса. Там у нас 1.5 гектара земли. И там очень шикарное наполнение вот этими всякими комплексами, площадками детскими, спортивными, оздоровительными и так далее. Там есть своя, кстати, открывается, да, Лиан, частная школа в Кватро, да, на коммерческом этаже. Ты не в курсе, кстати? Я тебе рассказываю. Там открывают на первом этаже частную школу. Так, и спортзал не помню. Что там мне вот про частную школу? Я же заходил в отдел продаж, по 13 этажу разговаривал. Там осталось несколько на продаже квартир на 13 этаже. Ну да, очень дорогие цены там, да. Цены дорогие. Вот наш Кватро. Это место под солнцем, 5 корпусов, не перепутайте. В Кватро, ребята, вы не войдете, если у вас тут вообще тут все под охраной. Настолько, что реально вас не пустят. И он весь распродан, чтобы было понимание. На 13 этаже осталось несколько квартир. Я вам показывал видео эту шахматку. Почем там сейчас? Так. Нас встречает, это радует, значит, нас пустят. Спасибо, мы на 5 минут делегацией. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, мы прорвались. Наташа, ты там осталась? Да. Через кордон. Там у нас, видишь, приехали Толик. Ну да, ну, зашли. Сейчас мы посмотрим две квартирки. Приехали позавчера, сегодня уезжают. Две квартирки с ремонтом. Сейчас посмотрим. Опять вы забыли. Вы каждый раз этот вопрос поднимаете. Пойдемте. Так, 36,6 квадратных метров. За сколько, Лиан? 10,500. Ага, все. 10,500, 36,6 квадратных метров. Я ее на днях снимал, показывал. Ну, вы сами смотрите, что-то спрашиваете. Вот хозяин все расскажет, покажет. Полноценная однокомнатная квартира. Полноценная однокомнатная квартира. 10,500.
Типа да, здесь индивидуальное газовое отопление. Договор просто его на себя не делали сейчас, поскольку продается, просто в Горгаз едете, делаете заявку и все. Вам сделано вообще. Да. Третий этаж, квадро, да. Ну, история понятна. Сейчас еще одну посмотрим здесь. Так, сейчас посмотрим, я ее уже снимал, 29 квадратных метров с копейками за 9 миллионов 200 тысяч рублей. За 9 миллионов 200 тысяч рублей. Сейчас посмотрим ее. Да, сейчас оденем бахилы, секундочку. Да, ну ладно, все в принципе видно. Я уже это все снимал, всю эту историю можно и включить. Где-то я ее вроде включал туда. А, здесь, стоп, извините, я же здесь включал уже это. Вот. Дорога длинную, дамочка лунная. Да, 9 миллионов 200 тысяч рублей на сегодняшний день. Световая точка здесь, кухня здесь, санузел здесь. Самая дешевая квартира, самое лучшее предложение в жилом комплексе «Кватро» на сегодняшний день. Поэтому, собственно говоря, и тоже рассматриваем этот вариант. Вид на гору, на речку. Красивый вид. Тихо. Красивый вид. Площадки. Волейбольные, футбольные, баскетбольные. Тишина, спокойствие и ваше радушие. Недорогая встреча. Она, наверное, от детей, может, это защита стоит, нет? Надо как-то ее налево, наверное, повернуть, как в машине. Ну ладно, вы что, готовься. Вы что, уже выпечкой собрались заниматься? Кстати, это у нас любимое занятие в Италии, то есть. Да мы уже это поняли. Так что мне это повезло, то есть. Вот так. Так, ну в Босфоре, в Кватро, в принципе, все, что еще смысл смотреть. Больше ничего нету, все остальное дороже и не в нашем бюджете. А это как раз окна, куда выходили, да, на реку, получается. На вот эту площадку баскетбольную, футбольную и так далее. Не, территория здесь, конечно, шикарная, здесь мест. Слушай, это, кстати, на общие парк места? Ну, общие для дома, да. Ну да, для дома, то есть, ну... 300 мест. 300 мест, бесплатно. Да, ну это крутяк, конечно, что... И даже для инвалида там есть это... Там я на первом этаже коммерческое помещение продавал. Сейчас решили, короче, застройщик решил сделать квартиры там. Все, не продается. Продавалось. Чуть-чуть не продал. Детельный хотел забрать под пятерочку там и так далее. Но нельзя, потому что не запрещено. Концепция комплекса такая, что запрещено заезжать сюда транспортным средством со стороны. Вообще запрещено. И поэтому не получилось продать. Так шикарная история была. Ну, в общем, есть где погулять и взрослым, и детям. Есть где погулять. Такая небольшая своя вот у них набережная есть. Можно прогуляться, посидеть, послушать шум реки. Поиграть в баскетбольчик. Ну, в общем, интересная история. Интересная своя история. И 300 парковочных мест. Это, конечно, вообще немало. Это, конечно, немало. И это как бы круто. Реально, это круто для Сочи, это очень круто, что такая шикарнейшая придомовая территория. И вот мне сказали, что где-то на первом этаже открывается частная школа. И вот, тоже как бы интересный момент. Тоже интересный момент. Ну, ладно, сейчас пойдем в Босфор, посмотрим еще одну квартиру. Там человек продавал за 8, сейчас поднял до 8200. И все, в принципе. И поедем дальше
и поедем дальше. Всем пенсионерам посвящается, и не только. МФЦ, ребята, в Кватро. И люди из Сочи приезжают, здесь очередей нету. Территория-то закрыта, туда особо не попадешь. Поэтому, если вы здесь живете, все. Вот вам БТИ, вот вам МФЦ. И вот вам кофейня. Ну, короче, идеально. Все есть. В Босфоре пятерочка, слышишь, здесь МФЦ все вопросы порешали. Ну, нет, ну в этом плане они молодцы. Да, краевое БТИ, да. Так, где нам теперь выйти? Вот это теперь вопрос серьезный. Там, наверное, да? Здесь все закрыто. Видите, у них здесь. Попробуй, теперь выберись. А, нас, наверное, теперь не пустят отсюда, точно. Все, замуровали. Нет, ну там, как заходили туда. Ну да. Ну правильно, это потому что сюда только эти, ну вы поняли, да? Чтобы не прошли на территорию здесь. Иногородник. А у них 1.5 гектара здесь. 1.6, если быть точным. Поэтому, конечно, у них здесь... Где еще найти 300 парковочных мест, блин, в Сочи? Ну что, последний, значит, вариант у нас сегодня в Босфоре. Напоминаю. Значит, за 8 готов был хозяин отдавать, но сейчас вот в связи с моментами вот этими всеми, 8200, но не критично. То есть вот прихожая, та же самая история, 32 квадратных метра, 30, сколько там, 33, Игорек? 33, да, ну там плюс-минус вообще. Тоже теплые полы, нормальная душевая, вместительная, все просторное достаточно. Все есть для жизни, в принципе, необходимое, на всякий случай боли. Стиралочка, все это остается. Там тоже санузел видели? Ну, то есть, вид тоже на море. И вот разница получается. 9500 такая же квартира, плюс-минус. И вот 8200, то есть, больше 1.3 миллиона разница. Ну, да, если 1.3 миллиона сюда вложить, здесь можно конфеточку доделать, скажем, да? Ну, не сравнится, конечно, с 9900, где все дизайнерское, там, да, там, начиная от кровати, заканчивая. Понятное дело, но, тем не менее, если сэкономить, если сэкономить, то, в принципе... Тань, где-то здесь себя тоже намутите, да? Давайте, где у вас будет стоять здесь это? Духовка. Духовка. Ну вот, вот здесь же, ну. Ну да, здесь. Духовку сюда поставить, под электроплиту. Или рядом. Ну, здесь надо, может, переделать что-то. В общем, история понятная. Хороший вместительный балкон и вид. На Кватро, на море все равно видно. Ой, извините, да. На каравеллу, Португалию, на море все равно видно. Речка, море, спокойная сторона. Задеваем здесь храм, пожалуйста. Храм, горы. Вот такая история. Это самая дешевая квартира, самая ходовая. Вот он, я уверен, что она прям вот-вот на днях она уйдет. Ну, я больше чем уверен, потому что она самая дешевая, ее нигде нету, ни в рекламе, ничего. Вот ее потихонечку продают там через своих вот так вот. Поэтому имейте в виду. Было так интересно. Вот и с головы вот именно они как бы закрыли, чтобы не бросал. Но в то же время свет пропускает. А все то же самое, да, примерно, плюс-минус. Вот эта же батарея, только белая, а не черная. Ну, все то же самое. Ну что, интернет есть, да, это и... везде, да, зонирован и там, и вон. Зонирован, а да. Да, тоже сделан по зонам. Все, интернет есть, оптиковолокно есть, все есть. В принципе... Не, вполне, ну вполне, для, в принципе, вполне. А что это один из вариантов для рассмотрения сервиса? Звоню узнать, через сколько закончишь? Может, мне тебя на Босфоре дождаться или здесь сейчас? А, вот сюда уже можно. Можно было бы помочь. Ну, в принципе, с Босфором и с Кватро закончили. Все ясно, все понятно. Вы имеете в виду, что если у вас есть в наличии сейчас денежные средства, и вы хотите инвестировать грамотно, вот вам, пожалуйста, не прогадайте ни в коем случае вообще. Постоянная аренда, цена будет расти, и это крутейшая цена на сегодняшний день для этой квартиры. Решили проехаться с Владимиром Анатольевичем, с Татьяной. Вот тут железнодорожный вокзал сразу, станция Дагомыс.
Вот тут рядом, по Армавирской улице, буквально там 2 минутки мы выехали с Гайдара на Армавирскую, повернули на Батумское шоссе, потом на Армавирскую. И вот они говорят, мы хотим на море прогуляться, посмотреть. Я говорю, ну конечно, пойдемте. Вот наша родная каравелла Португалии. Ну, мы можем с вами каравелла Португалии позволить себе только за их бюджет там только 24 квадратных метра. Ну, может, на 30 метров там. Я шучу, конечно, натянем, да? Но за 10 миллионов что-то сверхъестественного мы здесь купить не можем. Мне говорят, ну мы хотим прогуляться. Я говорю, ну пойдемте прогуляемся, конечно. Тут прямо около пляжа Магнит. Около железнодорожного вокзала я припарковался. Сейчас прогуляемся. Смотрим на море. И поедем дальше, посмотрим, этот дом клубный, где у нас доля в доме есть. Хорошая площадь. Кстати, имейте в виду, господа, что на сегодняшний день появилась невероятная возможность купить черновой вариант. Правда, это доля в доме, но этого пугаться вообще не стоит. Шикарная цена. Меньше 100 тысяч за квадратный метр. Меньше, чем 100 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, там собственнице срочно нужны деньги. Она продает 96 квадратных метров. Слушайтесь, за 9 миллионов рублей. Просто крутяк. Ну вот у нас кафе «Лагуна», «Лен». Так, куда идти? Направо, налево. Куда пошли мои, так сказать, мои родные покупатели? Наверное, сюда. Я думаю, они пошли сюда. Любишь медок, люби и холодок. Любишь варенье, покупай варенье. Так, это не мои ребята здесь. Нет. Так, море по горизонту прямо, поэтому и мы идем прямо. И мы идем с вами прямо. Так. Ласточка, кафешечка, кукурузочка, хачапури, хинкали, свежевыжатый сок, все моменты, все нюансы. 5-10. Ну, в Дагомысе хорошие пляжи, что тут, в принципе, скажешь? В принципе, так, не вижу, своих не вижу. Я люблю Дагомыс. Так, ну где мои? Не могу найти. Кафе «Черномор». Ну, может, они куда-то в другое место пошли. Ладно, наберут. Ну, чем у нас, собственно говоря, славится Дагомыс? Что мне здесь нравится? Шикарные береговые линии. То есть вот здесь... Шикарный пляж, то есть места хватает. Понятно, что как бы и народу здесь много очень. И Дагомыс у нас здесь, и Адажио, пожалуйста, и Босфор, и Экватор, и место под солнцем, и каравелла Португалия. Понятно, что наполнение серьезное, но и пляжи, смотрите, какие широкие. То есть это вам не центральные набережные в Сочи. То есть в этом плане мне это нравится. Места хватает, ребята, места всем хватает. Наши местные собачки кайфушечки. Постоянно им тут все. Штиль сегодня. Хорошо, спокойно, тишина. А, ну вон. Владимир Анатольевич, вон Татьяна. Вижу. Вон у нас Адажио. С баснословными ценами, кстати. У кого есть лишние 100 миллионов, давайте купим там хорошее что-нибудь. Вон у нас Дагомыс. И вот наш каравелла Португалия. Сегодня класс, штиль, тишина. Видите, какая история сегодня? Прозрачная водичка, хорошо. Красота. Все, пойду я, пока они меня не потеряли. Я тут! А, не слышат меня. Идем на перехват. Срочно идем на перехват.
В общем, хорошая история. Я тут. Вы думали от меня так легко скрыться, что ли? Ну, вы поняли, да, эту историю? История вот этих широких пляжей. То есть это примерно как вот ласточка у нас на Мамайке. И это везде так. Ну, потому что здесь наполняемость такая. Я и в плане имею в виду и по Карвелу, Португалию. Но пляжи здесь сами по себе линии, конечно, шикарные. И виды хорошие, водичка в плане здесь хорошая. Ну, то есть, конечно, в этом плане... В этом плане ценность, конечно, вот этих пляжей, она хорошая. Ну, то, что здесь летом народу много, ну, а где его мало, в принципе. Сейчас еще, с учетом последних событий, да. Еще больше будет. Да, ну, в общем, такая история. Вот, до куда вы дошли? До реки? Да нет. Вон до туда. Ну, а дальше там та же самая история, там больше коммерческого немножко наполнения. Там висит якобы реконструкция у них тут. Ну, говорят, что здесь и какие-то песочные будут. Да. Нет, ну деньги вкладывать будут, это понятное дело. Ну, хорошая, ну, в этом плане история. Они существуют автономно. Сделают. Я люблю Дагомыс.